Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы растут. Цены на нефть также незначительно корректируются наверх, однако рубль с утра ослабевает по отношению к доллару и евро. На наш взгляд, в течение дня динамика рубля может перемениться, и рублевые пары пойдут вниз. Наши цели на сегодня по паре доллар-рубль 70,5, по паре евро-рубль 77. Дело в том, что, по нашему мнению, цены на нефть нащупали свое дно. По крайней мере, спред по нефтяным фьючерсам снизился до нуля, что свидетельствует еще раз о том, что вряд ли нефтяные котировки в ближайшее время пойдут еще ниже. Соответственно, коррекция на нефтяном рынке спровоцирует коррекцию рублевых пар.